Здравствуйте всем. Меня зовут Анипа. Я сегодня очень рада вам рассказать про Немилиди Навяка Бич Резорт Фуджейра, который находится в восточной части Эмирата Фуджейра. Надеюсь, всем меня слышно и видно. Экран. Я уверена, что вы уже услышали, бывали даже в Эмеридине Валяке. Он у нас один из первых резортов, который построился в этой части Эмиратов. Эмеридина Валяка уже известен тем, что у нас самый длинный бассейн и самый длинный пляж на территории. Он также считается самым высоким на территории, так как при заезде в Валяку сразу же увидите наше здание. Немножко про Фуджейру. То есть у нас в Казахстане в основном знают Дубай, да, и Рас-Аль-Хайма. Фуджейру сейчас уже узнают, начинают узнавать. Фуджейра славится тем, что там у нас зеленее, прохладнее, чем в городе в Дубае. А если сейчас там 40 градусов, у нас здесь 33 градуса сегодня. И у нас также не море, а океан, Индийский океан. В нашем отеле 218 номеров, и все номера смотрят в сторону океана. Как вы видите, здание напоминает как пирамиду, и за каждым уголочком у нас есть люксовые номера, угловые люксы. Все остальные номера это делюкс, делюкс с балконом. То есть есть у нас один большой президентский номер, всего 21 этажей. На самом верхнем этаже, на 21 этаже, находится президентский люкс. По категориям, сейчас здесь у нас территория отеля, бассейн. Также в конце презентации я вам быстренько покажу, как выглядит с балкона. Стандартный номер называется «Делюкс». Это когда у вас без балкона. Номера очень огромные, 48 квадратных метров. Вторая категория будет у вас с балконом. То есть очень просто. Делюкс и делюкс с балконом. Всего две категории номеров у вас в системе. А если есть запрос на люксы, также можете продавать люксы. Это только по запросу будет. Как во всех Мариотах, у нас есть клаб-лаунж. Он находится на 15 этаже. Вот так выглядят люксы. У нас здесь 98 квадратных метров. У вас будет своя гостиная, спальня отдельная. И со всех сторон он окружен с балконами. Я хотела рассказать, что на территории, получается, резорта у нас 7 ресторанов и баров. Основной ресторан называется «Views». Он смотрит в сторону сада. Также есть итальянский ресторан, который открыт на обед и на ужин. Есть тайский ресторан на ужин, а также Гону Марин Гриль, который находится на самом пляже с видом на океан. Он у нас открыт на обед и на ланч. Вы можете бронировать этот отель от 3 минимум ночей и выше на основе завтрака, outboard, full board и all inclusive. Все включено. То есть сейчас очень популярен все включено концепция, когда у гостей есть возможность, не думая, куда идти, у них будет возможность сходить в любые рестораны на обед, на ужин. Заранее рекомендуем, чтобы они уже забронировали ресторан. На территории есть волейбольные поля, футбольные поля, также есть теннисные корты. Детский клуб и подростковый клуб внутри здания. Спа называется Спа Аляка. Также дайвинг-центр, единственный дайвинг-центр на территории. Наши гости, а также гости из соседних отелей к нам приезжают за дайвингом, либо за спортивным видом и спортом, ой, с водными видами спорта, такие как лодочные туры, дайвинги, ванан, там разные развлекательные программы. Сейчас очень популярен поездка на острова. Они могут заказать себе определенное время, и наши гиды забирают их с пляжа, и они могут поехать насладиться рыболовством, либо сноргингом, либо дайвингом по возможности. На детском клубе вот со стороны сейчас, когда выйду с балкона, я вам покажу через видеозвонок. Детский клуб, каждый раз у нас обновляется программа,
развлекательные программы, как фейспейнтинг, дискотека, кино, вечера мы делаем также разные зумба-танцы, игры, эгг-хантинг, да, называется, такие вот виды игр тоже организовываем. На территории также есть большие поля шахмата, мини-гольф. Это все доступно на бесплатной основе. Вернемся к номерам. Президентский номер вот так выглядит. Стандартный номер, я уже сказала, 48 квадратных метров. Основной ресторан «Вьюз». У нас по еде, по качеству еды всегда очень высокие отзывы, гостям все нравится. Кухня, буфет, даже если это основной ресторан, там меню каждый раз обновляется. У нас также есть тематические вечера. Допустим, по пятницам у нас есть Seafood Night, когда побольше морепродуктов, рыбы, живая станция, где гриль будет. По четвергам мы делаем в основном больше фокус на итальянскую, да, кухню. По вторникам арабской еды больше, по воскресеньям индийской еды больше. Разное там можно будет смотреть, да, и обновляется. И при заезде гостям дается ваучера. Допустим, если у гостей все включено, у них будет вся информация, где, во сколько они могут подойти, покушать, напитки свои взять. А вот здесь справа это тайский ресторан показано, слева основной ресторан «Вьюз». Здесь показано Гону Бар и Грин, который на пляже. Очень рекомендую нашим гостям сходить туда за морепродуктами. Устрицы, лобстеры очень вкусно готовят, рыбы свежие. И итальянский ресторан на обед, на ужин, любителям пиццы, пасты, там все есть. А в основном бассейне есть также большой бар, чтобы гости могли, не выходя из воды, себе заказывать свои прохладительные напитки, еду. А внутри здания, как при заезде увидите, в лобби есть Tent Date, лобби-ланч, чтобы гости при заезде могли себе заказать напитки, чай, кофе. А также есть наверху на 20 этаже спортбар Astro с видом на океан. Также очень красивый панорамный вид открывается оттуда. Также, чтобы гости по вечерам могли насладиться напитками, музыкой и дальше отдохнуть. Спа, моя любимая часть, это спа Аляка. У нас здесь также делаются аюрведические процедуры, лечебные какие-то процедуры можно будет взять кидзоном. От 4 лет можно будет оставлять своих детей без присмотра. О них наших сотрудники могут позаботиться, развлечь. Разные программы есть у нас на каждый день, на целый день с 7 до 7 вечера. И также есть свой бассейн и фонтанчик. Так, детская зона. Мы недавно также рядом построили сад, чтобы маленькие гости могли узнать побольше о растениях, посадить сами деревья там, либо цветы. Дайвинг-центр, разные виды развлекательной программы они предлагают. Можно будет заказать себе определенное время, забронировать с семьями, друзьями отдыхают. Вот такие вот снорклинги, и у нас здесь пляж очень богат разными рыбами, да, можно будет увидеть здесь мои контакты, если будут у вас дополнительные вопросы, потом можете задать, записать мне на почту. А сейчас я подключусь на телефон, чтобы вы могли увидеть вид из балкона. Сейчас сама нахожусь в Фуджейре и думаю, что будет интересно посмотреть сверху. Меня слышно сейчас? Так, я начинаю видео. Так, сейчас я нахожусь в балконе с номера. Юль, у нас немножко жарко, но сегодня немножко облачно. Как вы видите, у нас самый длинный бассейн на территории. Очень зелено.
все в таком семейном расположении, да, к нам заезжают с детьми на 10-15 дней, хорошо отдыхают. На территории вот слева это детский клуб, есть шахматные поля, да, футбол играется, там волейбол играет. Сейчас у нас по времени это один время, 1:30, уже 1:23, поэтому гости сейчас в основном все, наверное, должны покушать куда-то, там итальянский ресторан, там дайвинг-центр. И вот такой огромный пляж свой собственный. Сейчас погода у нас отличная. Мне самой очень нравится Фуджейриб, потому что я приехала с Дубая, сразу было видно, что Фуджейриб прохладнее, чем в городе. Вчера было 33, сегодня 34-35, но облачно. Возможно, немножко пойдет дождик. Такая вот территория. И на территории Фуджейриб у нас также есть горы Хаджар. Вот эмираты очень горятся. Обычно, когда не облачно, очень красивый вид туда открывается. Да. И вот в самом бассейне есть бар большой, чтобы было удобно гостям. Обслуживают также на большом баре шишу, можно будет заказать себе. И детский клуб. А подростковый клуб внутри здания находится. Я могу сейчас зайти в номер и показать, как выглядит номер из внутри. Очень огромные номера, 48 квадратных метров. Так, я отключила видео. Сейчас можете задавать вопросы, если у кого какие вопросы, чтобы я могла ответить. Пожалуйста, задавайте вопросы. Какое размещение? Хорошо. Так, у нас максимальное размещение – это 2 плюс твоих детей до 12 лет можно будет разместить в одном номере. Детьми мы считаем до 12 лет, и в резорте до 12 лет все бесплатно. То есть даже если вы бронируете номер на одного родителя, вместе с родителем могут приехать двое детей, и они будут жить совершенно бесплатно. Мил-план, экстра-кровать, это все будет предоставляться бесплатно. Рестораны зависят, если вы забронировали только на основе завтрака, допустим. Тогда рестораны, все рестораны будут платные. Но сейчас в основном забронируете все включено. Да? Если все включено, у вас есть выбор на обед, на ужин, выбрать себе ресторан. Основной ресторан – там, где шведский стол, буфет, да. А также входит туда итальянский ресторан на выбор, там, где будет сеть меню для наших гостей, у кого все включено. А входит тайский ресторан на ужин, где сеть меню, также напитки включительно. И Гону Бар энд Гриль по времени. То есть при заезде гостям дается ваучера, там все написано. Я могу вам написать свой почтовый адрес. Можете писать туда дополнительные вопросы, кому нужно будет презентацию скинуть, либо какие-то видеоматериалы. Могу поделиться там. Депозит у нас не требуется. Если гости при заезде отказываются оставлять депозит, мы не заставляем. Но, в принципе, у нас есть депозитная система от 300 дирхам, начинается на человека на ночь. Все включено. У нас есть, входят напитки, soft drinks, а также алкогольные напитки, даже есть премиум напитки внутри. Но не все напитки, которые находятся у нас в меню à la carte. То есть selected beverage.
Многие вопросы бывают по поводу трансфера. К сожалению, у нас трансфера до Дубая нету бесплатного, но есть такси либо гиды с машиной. В основном сейчас пару семей присоединяются и себе заказывают гида с машиной, и на целый день они уезжают, если гости не побывали в Эмиратах, если у них это первый раз. А если второй раз гости заезжают, у нас вообще запросов не бывает, чтобы они захотели в город заехать. К нам заезжают чисто за морским отдыхом, семьями, полежать на солнышке, да, поплавать и вкусно кушать. Всем сотрудники могут они обратиться, всем сотрудникам, которые находятся в резорте. Есть русскоязычные сотрудники везде, и в ресторанах, и на ресепшене. Есть guest relations, консьерж. Горки для детей есть, я показала на презентации. Там есть детская зона, где есть маленький бассейн с горками. И развлекательная программа на целую неделю. Даже для взрослых и для детей мы каждый день что-то делаем. Допустим, зум-танцы с утра каждый день. Потом по вечерам есть развлекательная программа с анимацией, да. И родители приходят с детьми, танцуются, играются. И на территории резорта своя атмосфера каждый день. Всего 218 номеров, 21 этажей, линлидинг, фудшером. Можно будет бронировать на основе фуллборда, халборда, BB, а также all-inclusive, все включено. Мини-бар в номере есть за отдельную плату. Даже если у гостей все включено, мини-бар идет за отдельную плату. Потому что у гостей, у кого все включено, у них по времени везде в ресторанах идут, как бы подают напитки. И Астор-бар, который находится, спорт-бар, да, наверху на 20 этаже, и там подают напитки до 12 часов ночи. К нам приезжают гости из разных стран, то есть не бывает, чтобы континент был только из одной страны. Из Европы у нас хорошо бронируют Англия, Германия, а из остальных русскоязычных стран это Россия на первом месте сейчас, казахстанцы бронируют, армянцы, узбекистанцы, киргизстанцы, а также сами местные к нам заезжают на выходные. Резиденты любят к нам приезжают из разных городов, как Дубай, Абу-Даби, на выходные, чтобы насладиться с океаном, морским бризом и зеленью, да, что здесь у нас как бы прохладнее, чем в остальных городах. По поводу реновации, в основном у нас возникает вопрос, потому что отели из первых отелей, который построился в этой части Эмиратов, мы делаем каждый год, когда у нас тихий сезон, частичную реновацию, и в этом году также будем делать этажным. Номера будем полностью обновлять. В прошлом году сделали лобби, банкетные залы. Кстати, если бронируете на Новый год, у нас есть гала-ужин, который всем обязателен. На вечер 31 декабря мы делаем огромный гала-ужин, где есть выступления, живая музыка, танцы, также большой экран с видом на Бурдж-Халифу, то есть будет прямая трансляция фейерверк-шоу. И также мы делаем киновечера, в основном, когда у нас погода немножко прохладная, мы делаем на пляже киновечера, где большой экран, фильмы разные, семейные, и чтобы гости могли всеми с детьми посидеть, посмотреть разные фильмы.
Мороженое подается целыми днями для детей бесплатно на территории. Фильмы в основном стараемся смотреть, если в основном гости, смотрящие гости русскоязычные, мы можем подключить им на русском. А если нет, то с переводом на русский язык, на английском. Погода у нас сегодня 34-35, вчера было 33, даже немножко прохладнее, чем обычно бывает в июле. И температура воды в океане была очень шикарная. Гости говорили, что вода была прям прохладная-прохладная. Да, туристы днем купаются, поэтому я показала вид с балкона. Даже вот сейчас, час 33, сейчас можно увидеть туристов, кто купается на море, на океане и также на бассейне. Я имела в виду мороженое для детей бесплатно. У кого all inclusive, они могут в любое время подойти до вечера, с 7 до 7. А бегающие дети могут подойти, им будет мороженое бесплатно. Волны бывают, если когда погода меняется. Допустим, сегодня, вчера у нас погода немножко изменилась. Кажется, будет такой небольшой дождик. Либо, допустим, в городе идет дождь, а у нас нет. Из-за этого тоже волны могут появиться. Волны сильные бывают в конце декабря и январе. И вчера появились тоже. Но они такие удобные волны, скажем. Гости до сих пор плавали вчера, я сама видела. Еще раз показать. Ну, сейчас попробую подключить видео тогда. Так, я подключила видео. Сейчас вот днем. Видите? Даже облачно. Солнце не видно даже. И купается. Купается и на бассейне там. Но сейчас в основном многие гости ушли покушать свой обед. После 3 многие выходят купаться. И с утра хорошо. Прямой вход. Здесь, к сожалению, нету опции поближе сделать видео, а так могли бы увидеть. Такой у нас песок хороший, и такой длиннющий пляж. Если есть вопросы, можете задавать. Видите, волны не сильные, несмотря на то, что погода такая.